вновь вас приветствую. Канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами Нофя Костян, канал «Диалоги рыбалки». Коротко о погоде, как обычно. Минус 16 градусов. Давление 765 миллиметров, влажность 78%. Долгота дня 3 часа 51 минута. Да, птица? Налим по-прежнему, друзья, 70 рублей за килограмм, 92 бензин, 66 рублей за литр. Едем на рыбалку. Сегодня задача наловить ерша, продолбиться и наживиться. Ну что, друзья, начнем проверку наживления. Несколько ершей тут все равно оставалось. Начнем с продольника. С ершами сегодня как-то тоже не особо, даже и снимать не стал. Очень плохо клевал ерш. Но потихонечку на одну наживку наловил без запаса. Посмотрим, может кто-то этих ершей, которые оставались, доели. Сегодня наживимся, завтра, скорее всего, опа, клюет даже, дергает. Завтра, скорее всего, на проверку не поедем, если сегодня все решим путем, то поедем на один день на рыбалку для души и пуза. Что завтра к черной дыре мы не поедем. Китикатик. Ну а там еще есть налим. Сидит. О, нифига ты пшикнул. Наживимся. Послезавтра посмотрим, что нам тут покажет черная дыра. Да-то еще идет. Считай, полупустые переметы были. Угу. Это там у нас. Опа! Есть. Трендель. С краешку сидит. Замотал всю губу он. Разорвал. Дырень капитальная. Ничего, получается, сегодня 5 декабря. Сколько я отсутствовал? 5 дней. Пятый день сегодня. Пока радует, налимы живые. Еще идет. Смотрите, какой бодрый. Вот. Есть малюха. О, пузо какое у него. Красно-розовое. Лежать. Все, вроде все. Да. Ну, 3 штуки. И все живы. Хорошо. О, блин, жабры белые уже. Видать, жабру проткнул. Стекла кровь. Завтра бы уже, наверное, скопытился. Так. О, вот этот-то самый маленький заглотил дальше всех. Так. Даже окуня сегодня одного взял на наживку. Но потом все-таки еще ерша выцарапал одного нужного. Так что окуня наживлять не будем. Наживим все ершами. Время для наживки очень мало. Сами видите, день уже очень короткий стал. Декабрь.
Плохо, что запаса не удалось наловить. Ну ладно. В следующий раз придется опять подлавливать наживки. Все, давай. Отправляйся в путь. В пучину темную. Лунки не шибко промерзли, ну, сантиметров на 20, может, не больше. Сегодня к вечеру у нас вообще тепло обещают, что-то аж до 5 градусов прям. Погода меняется резко опять. Вчера 23 было, сегодня к вечеру 5, если обещают, будет. Перемена жесткая, снег повалил. Посмотрим. Там тоже, по-моему, половина крючков осталась наживлена так, с полудохлыми ершами. Может, что-то успело еще там прицепиться. Пока они еще дергались. Сейчас надо успеть, пока светло еще. Успеть подготовиться, собраться на завтра. Если успею еще, пока светло, конечно. Надо в первую очередь сделать то, что нужно по светлу. А то сейчас пару часиков и уже все стемнеет. Ну все. Тут у нас тоже все готово. Посмотрим, что нам тут Енисей приготовил. Натяг есть, ну понятно, непонятно пока. Что за натяг? Опять зацепили. Да, опять что-то придерживает там. Скоро будем это исправлять. О, алимярка. Давай-ка. Сюда-ка. Пум. О, еще один стоит на очереди. Опа! Пум! Выстроились маленько. Угу. Не сожрали ерша. О! О, дохляк! Я думал, без них сегодня обойдется. Это вот есть. О, еще один. Нет, живой. Эх, нифига себе. Пробило крючком насквозь, потом еще раз. О, смотри, что. Живчики. О, Леха едет на проверку. Опа! Ну давай. Видать, ершей не ловил, потому что не было его на ершах. Я в его балке сидел. Здорово. Что клюет? Ну, накидываю. Нормально. Для 5 дней-то. Конечно, нормально. Всего он один дохлый. Да? Да. Там 3 сидело. Живые?
Да. Блять, один день не проверишь, 3 мертвых, 5 5 дней проверяешь, один мертвый. О, сошел, видать, налим, прям чувствовалось. Поеду, я снимать буду, блин, прогон поставлю. А что такое? Да у меня крючки вообще тупые. А, точится. Костя говорит, что они вчера проверяли. Вообще, говорит, кое-как ёж нас не сажу. Блин, я вот сниму, поэтому. О, вот еще дохлый. Видишь что? Не без них нифига. У меня тут что, половину-то не наживлено было. Половина дохлые, ерши болтались. А это мне перемет присылали с этой баламашкой. Свинцушка. Сколько свинцов? М? Сколько конусов? Я тоже вон на этом перемете уже поводкам все хана. Я-то скоро переставляться буду. Новый поставлю. Блин, приготовил новый подлиннее. А? Ну конечно. А здесь от этих кучи уже все уезжать надо. Куда их кидать наверх, блин, потом закидывать? Скирдовать. Знал что? Пробился через жабру как-то. Ёрш у него, видимо, проплыл, но. Что-то ёрш сегодня хреново клевал. А где ты был возле балкона? Я у тебя в балке сидел. Костя говорит, они позавчера вот были, рыбачили. Вот такие, говорит, кабаны. Ерши? Но. Да нафиг они такие нужны. Из-за них дохнет на них. Да, он снёт из-за них. Ну вчера он ездил, проверял, 8 штук, все, говорит, живые. И вот такие вот, как вот эти два. Все, говорит, стандарт, как один. Трёшки? А? Трёшки? Трёшки, но. Я завтра не поеду проверять. Я завтра буду ерши ловить. Поеду нажулять, сегодня наточу. Я вот помню, что Диман брал эту зеленую нитку. Но. Вообще вот такая вещь. Да? Прям, блядь, вообще. Я вон то дерево вытаскивал, я думал, я разорву весь перемет, а он даже не потянул. Налим его не перегрызает. На поводке? Угу. Ну я с это, на тот перемет с нейлона накрутил. Тоже хорошо держит. Долго. А это вон простая, видал, все, она уже вся как это. Не, которую ты мне давал, та вообще это была. Вот это, вот точно такая же. Она у меня на второй день, на вторую проверку развернута была. Вот, Леха тоже маленько перерыв делает до завтра. Я надеюсь, мы завтра с Витьком куда-нибудь проедем и поймаем себе вкусной рыбы. А то уже что-то заскучали по вкусному. О, вот он. Точно у меня там зацеп. Крючок затупило и загнуло. Ё-моё. Точно задёва. Вот так, друзья. Легкими движениями руки. Окуня амнистируем. Накидали. Накидали мешок налима. Живого. Дождался нас. Терпеливый налим попал. Крючок этот маленько подвыпрямил. Пускай сидит для всякой пакости. Там тоже ёршик. Тоже сегодня вон половина крупных ершей. Не очень хорошо.
моржуху наловил. Сейчас поеду, наверное, сразу заказик завезу на всю продукцию. Он у меня есть, и это хорошо. Вот и все, друзья, с вами, как обычно, был я, Костян, канал «Диалоги рыбалки», 22-я серия нашего сериала «Черная дыра», с неплохим уловом для такого простоя. Возвращение на Енисея вышло отличным. Всем не хвоста, ни чешуи на ваших водоемах, и до встречи, друзья, до встречи на реке, надеюсь, на рыбалке для души.